рассыпчатый плов. Нужно на сковородку положить кусок масла и добавить растительное масло. Бросаем вот такой вот, есть в Турции, продается, я не знаю, как он называется. Как макароны вот такие маленькие, вид макаронов. И обжариваем их до коричневого цвета. Все это делаем на большом огне. Можно добавить и вот такую вермишель. Сделать комбинированную. И жарить до золотистого цвета. И постоянно помешивать, чтобы оно у вас не сгорело. Видите, как цвет только начинает менять. Мы добавляем рис. И продолжаем обжаривать. До тех пор, пока рис не станет таким прозрачным. Постоянно помешивая, не оставляйте это. Делаем это все на большом огне. Вот я чувствую, что рис уже готов. Это все делается за считанные минуты. Добавляю, у меня полстакана риса, добавляю стакан воды. Сейчас нужно помешать. Посолить. Соль по вкусу. Можно добавить даже и черный перец. Только хорошо размешать надо. Стакан риса, стакан воды. И на огонь пока не убавлять. Пока не испарится вода. Как только вода испарилась, вот видите вы, воды нету. Сейчас то самое время, когда нужно убавить огонь и накрыть крышкой. И дать ему пропариться минут 5-10. Мои хорошие, у всех будет вопрос, как же так красиво укладывать на тарелку рис. Вот, в общем, этот рис я выложила в такую пиалочку, взяла тарелочку. И у меня красота такая. Вот такой рассыпчатый плов у меня получился комбинированный. Смотрите, так стоит он красиво. Видите? Приятного аппетита, мои хорошие. С вами была Светлана Та. И не забывайте пальчики, лайки.